На сегодня, по данным министра здравоохранения региона Андрея Цветкова, в Свердловской области медработники, ведущие борьбу с коронавирусной инфекцией, уже получают дополнительные выплаты. В частности, уже более 3000 человек получили выплаты за счет средств регионального бюджета. Кроме того, указом Владимира Путина предусмотрены выплаты из федерального бюджета. Сегодня на них направлено порядка 300 миллионов рублей. В соответствии с постановлениями правительства России, помимо медработников, кто непосредственно работает с пациентами COVID-19, выплаты осуществляются также тем, кто участвует в диагностике, исследованиях, амбулаторном наблюдении. И здесь мы уже основную массу средств перечислили на личные счета наших медицинских работников. Сегодня такая работа заканчивается. Я думаю, что к вечеру должны все те, кому такие выплаты положены, их получить.